Министерство обороны Азербайджана сообщило, что начиная с утра воскресенья наблюдается сосредоточение группы личного состава и техники вооруженных сил Армении в направлении границы Лачинского района, в том числе подготовка к провокации. Как передает Ахарас, в целях предотвращения очередной провокации армян подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в этом направлении, приняли срочные меры. В соответствии с условиями операции, подразделениями нашей армии были предприняты необходимые меры согласно заранее определенному плану. В результате военнослужащие противоположной стороны были вынуждены покинуть территорию. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.